Дачник вырастил в своей теплице 100 килограммов огурцов, а потом узнал из газеты, что огурцы 99% состоят из воды. Решив, что консервировать практически одну воду не совсем логично, он подсушил их на солнце и снизил содержание воды на 1%, то есть с 99% до 98%. Вопрос, сколько после этого будет весить его урожай? Ну, хотя бы примерно. Итак, еще вам пару секунд, чтобы прочесть условия задачи или поставить на паузу. И давайте решать. Вот наш огурец. Большой такой. Так, вот он с пупырышками. Ароматный, свежий, прям вот с грядки. Грунтовой, хороший, вкусный. Ой, аж ум отъешь. И в нем 99% воды. Да? Ну и вот 1%. Давайте напишем 1% сухого вещества. Сухого вещества. Ну и давайте представим, что вот этот вот один огурец символизирует у нас все 100 килограмм огурцов, весь его урожай этого огородника. Так? Значит, на что этот урожай весь у нас с вами раскладывается? Из 100 килограммов вот это 99 килограммов это вода. Так? Ну и 1% я написал уже сухого вещества, да, это и есть 1 килограмм. Вот так вот. Когда дяденька этот незадачливый подсушил, значит, на солнышке, солнышко у нас будет красным, раскаленным, подсушил свои огурчики, весь свой урожай, так, что стало? 98% стало содержание воды, так? Ну и стало быть сухого вещества теперь 2%, правильно? Но ведь когда у нас огурцы подсушивались на солнышке, у нас что сделали? У нас испарялось... вода, так? То есть, по сути, у нас изменялась вот эта вот величина. Воды у нас становилось меньше. А сухого вещества у нас как был килограмм, так и остался. Надеюсь, с этим никто не будет спорить, что количество сухого вещества именно в массе, по массе, по весу, не изменилось. Значит, теперь у нас 1 килограмм, как мы видим, да, это 2%. Так? А значит, 100% это сколько килограмм? 100% это x килограмм. Как нам найти x? Ну, давайте вот тут в стороночке найдем его. X равен, по правилу пропорции, да? 1 умножаем на 100 и делим на 2. Ну и несложно понять, что получается 50 килограммов. И казалось бы, как так? Мы высушили огурцы всего на 1%. Всего на 1% воды стало в них меньше. А огурцы на самом деле потеряли вес в 2 раза. Изначально весь урожай весил 100 килограмм, а после того, как мы подсушили их всего на 1%, да, всего на 1% воды в них стало меньше, уже урожай похудел вдвое. Так? И выглядят эти 50 килограмм не так многозначительно, как 100. Ну, в общем, какой из этого следует вывод? Что надо, конечно, читать умные газеты, но выводы делать правильно. И консервировать огурцы нужно сразу. Не нужно консервировать огуречные чипсы. Вот, закручиваем огурчики, и зимой будет что вкусненько покушать с картошечкой жареной. Ну все, если задачку эту поняли, не будете совершать таких глупых ошибок. Всем удачи, всем пока, и не забывайте подписываться на мой канал, особенно на канал в Телеграм, ссылочка на который будет в описании к этому видео, друзья.